Крым, Евпатория, уютная, 12 мая 2019 года, температура воды 13 градусов, воздуха 16, пасмурно, на море тихо, небольшое волнение, тучи, грозовые, дождь будет, прям черные, гром гремит. Надо сматываться домой. Берег как вымыло, полметра вымыло он, круче образовалось. Тучи какие черные. Хочется купаться, но еще холодно. А на коньяк не хватает. 23 рубля. Жаль, жаль. Надо то ли тепло продвигать, то ли до коньяку собирать. Что-то надо делать. Вода чистейшая. Еще никто не загадал. Замусорил. Чистая вода. Время 19 часов 7 минут.